Сегодня мы будем варить компот сушек. Берем сушки. Сегодня с яблок будем, чисто яблочный сделаем. Так, опа, поймали жука, паука. Ох, шутка, конечно, гусеница вот ожила. Декабрь месяц за окном. Ну вот, живой. Включаем воду, набираем и ставим. Заливаем и будем сушку брать и бросать в компот. Закипело, перемешиваем. Минут 10 бросаем, вернее минут 10 кипятим, добавляем сахар сюда и пробуем по вкусу. Также можно сюда бросить лимон или лимонную кислоту. Тоже будет очень вкусно. Очень. Поэтому вот мы в данном случае бросим лимон. А этот ползет, гад ползет, решил убежать. Ну ничего, мы что-нибудь с ним потом придумаем. Закрываем крышкой и кипятим минут 15 на очень маленьком огне. И даем сушки отстояться. Это очень вкусно и полезно. Вы на канале Дани и Ваня. Сегодня у нас компот из сухофруктов. Сухофрукт у нас один, яблоко. Яблочный сухофрукт. Поэтому жук уже сюда переполз. Это второй. Два их тут. Так что всем пока. Подписывайтесь на наш канал Дани и Ваня и будьте в курсе всех новостей. Всем пока. Вот такой у нас компот. Пробуйте, готовьте на здоровье.